2020 год. В нем мы отмечали юбилей ВАЗ-2101, легендарной единички «Копейки». И вскоре начала выпускаться люксовая модификация «Копейки» ВАЗ-2103. Практически тоже полвека назад. И естественно, что самые ранние, самые первые произведенные заводские экземпляры, ну и не на вес золота уж в прямом смысле слова, и их ищут, их реставрируют. И объем работ, вот сейчас вы видели по «Мерседесу» довоенному, и увидите 70-х годов автомобиль, разница примерно в 40 лет. Такой же тщательный подход, потому что это самая ранняя тройка, так называемая глухой мордой, знающие люди поймут. Итак, поехали, обзор. Да, все правильно Федор сказал. Действительно, это очень редкая на сей день машина. ВАЗ-2103, 73-й год, и номер кузова 19076. И интересна она тем, что в ней установлен еще итальянский мотор. Настолько она ранняя. Еще что интересно в этой машине и вообще в этом проекте, почему эта машина, так сказать, свое право на жизнь заслужила и настолько объемный пакет реставрационных работ, потому что она со всеми надлежащими документами. То есть у нее, прежде чем ее купить, посмотрели документы и появилась возможность ее оформить. И нынешний собственник, он второй, то есть машина покупалась у первого собственника. Это наша харьковская тройка, еще с номерами черной серии «ХАВ». Вот на ней были, потом заменили их на номера нового образца, но собственник не поменялся. И вот мы купили ее у самого первого собственника. И нынешний владелец, он второй по счету. И основным из требований было надлежащее ее оформление. И вот эта машина, так сказать, ей фартануло, что все документы, все номерные части, заводские таблички, другими словами, она оформлена, новая регистрация, что дало возможность получить бюджет и начать такую масштабную реставрацию. Очень высокие требования к реставрации. Вот можно посмотреть, допустим, стоит водительская дверь. Это, как говорит Федор, знающие люди поймут. Это бесценная вещь, именно тройкина дверь. 2103 и водительская. И с отверстиями, соответственно, это не копеевская под молдинг, это именно троечная. Ну, троечная, тут еще важен вот этот момент. Вот, место под фонарь. То есть, опять же, те, кто знают, те поймут, чем отличается это место от, допустим, более современной двери ВАЗ-2106. То есть это настоящая дверь 2103. Вот эти надписи наскальные нанесены не мной, а перекупщиком, который ее, так сказать, таким образом рекламировал. Даже не хочу вслух произносить стоимость этой двери. Некоторые машины не стоят столько, сколько стоит отдельно эта дверь. Охотно верю. Вот. Соответствующим образом приобретен полный комплект всех заводских кузовных деталей, крыша, закаты, арки, двери, короба, усилители, фрагменты полов. То есть, будем говорить так, что идет кропотливое изготовление нового автомобиля ВАЗ-2103 73-го года. То есть, вот так вот и живем. Понятно. Это вторая серия, друзья. Будет один, вот сегодняшнее видео, это будет почин, так, как говорится, плейлиста ВАЗ-2103. В предыдущем видео мы смотрели автомобиль, когда он был в стадии заготовки. Сейчас он, видно, уже прошел максимально возможную стадию разбора. И сейчас он уже постепенно обретает свои очертания. Так что дальше будет больше. Однозначно. Полы уже сделаны полностью. Теперь дело за внешкой. Спасибо большое. Было очень интересно. Пока-пока. Видим часть тела тройки. Это мост, это ноги двигателя. И вот сейчас им производится ребилд. Видим полностью украшенный чулок.
тщательно зашкуренный, зачищенный на основании Made in USSR запчастей, часть кардана. Собирается кардан просто. Соответственно, да, здесь да, же, да. С хвостовичком видим. Так. Такой цвет интересный. Он как бы и не черный, какой-то вот. О! Цвет это... меня смутил. Удивил. Он, да, да, да. Он не может смутить, может удивить. Это удивить, да. Правильный агрегатный цвет для автомобилей Жигули. То есть никакого черного, никакого серого. Есть вот такой специальный номерной цвет, в который выкрашивались все агрегаты у автомобиля Жигули. И вот когда говорят, что там машина белого цвета. Да, машина белого цвета, но на самом деле еще три цвета, два цвета помимо основного. И машина, даже будучи белой, она все равно трехцветная. Потому что есть еще действительно радиатор, выкрашенный в черный цвет. Вот, то есть присутствуют там кое-какие агрегаты, которые выкрашивались в черный цвет. Но ходовка вся, кардан, мосты, подвеска, поддон двигателя, они именно вот такого специфического жигулевского номерного цвета. Такое даже живьем-то и не видел никогда. Такой именно и оттенок, ну и естественно на автомобиле Жигули. Я в таком виде никогда только не наблюдал. Цвет. Именно вот так и быть должно. Говорит о том, что это действительно сейчас редкость. Никто вот так не мало кто заморачивается никто. При реставрации. Вы правильно начали эту фразу, так ее и продолжайте. Никто. Кто? Да, никто. Кроме как вот у меня в реставрационном центре. Достойно похвалы? Воистину. Да, только так. Никак иначе. Добро пожаловать в операционную хирургическую зону, где сейчас, друзья, вы получите уникальную возможность увидеть, лицезреть работу над сердцем автомобиля ВАЗ-2103. И сразу сходу, для тех, друзья, кто еще не знаком с автореликвией благодаря моим видео, уточню, что это единственная реставрационная мастерская, которая обкатывает двигатель на стенде. То есть автомобиль после сдачи клиенту готов отправиться куда угодно, и не нужно проходить обкатку, как рудимент советской эпохи. Очень часто многие реставраторы, коллекционеры сетуют на то, что их автомобиль никогда не пройдет обкатку после реставрации, ибо ездят либо на автовозе, либо от автовоза до гаража. В данном случае, в случае с автореликвией, это в принципе невозможно, потому что двигатель обкатывается на стадии сборки. Видим выхлопную систему, которая выводит газы на улицу, дабы не потравить работников. А наверху видим фильтровентиляционную установку, которая даже то, что появляется в цеху, забирает и уводит тоже на улицу. И кондиционер, который забрасывает сюда чистый воздух. Поэтому будем говорить так, что вы правильно сказали, Федор, что это операционная. Чистой воды операционная. Видим коробку абсолютно новую. Двигатель родной, отреставрированный. Да. Я говорил о том, что это еще итальянский двигатель. Да. У него номер двигателя не на штатном месте. А на торце, да? Там. Да, то есть на обычных двигателях. Вот на этой плоскости номер двигателя, а у итальянского впереди, он сейчас как... Да. Угу. Ну там вот впереди на блоке есть номер, который соответствует заводской табличке. Вот. И идея в чем? Меня, конечно, мы с вами, Федор, посвоевольничаем сейчас чуть-чуть. Сегодня день хоть и выходной, нету моториста, который за все это ответственный, но мы так натихую, он все равно узнает. Вот. Мы сейчас его заведем. Вот так. Вот так. Сердце как у младенца. Чистенькое, новенькое.
мотор весь укомплектован новыми, соответствующими 73-му году навесными агрегатами. То есть новый распределитель зажигания, новый бензонасос, новый карбюратор Вебер, новый, машины не видевший. То есть он первый раз установлен здесь. Новый болгарский генератор, новый реле-регулятор, ну это тоже сделано в Болгарии, новая помпа, новый стартер, оригинальный, тех лет. То есть все абсолютно новое. Где-то я еще такое увидел. Нигде. В процессе реставрации коленчатый вал балансировался с маховиком и с новым немецким сцеплением фирмы SAC. Здесь установлено сцепление жигулевское, но изготовленное немецкой фирмой SAC. И по требованию или по желанию, скажем так, нового собственника установлена новая 5-ступенчатая коробка. Для того, чтобы автомобиль уместно смотрелся в городском потоке и не был в отстающих. Да, заднем мосту, который вы видели, собирается. Там да, только что видели, да. Установлена специальная скоростная тяговая пара, которая позволит действительно хорошо и уверенно себя чувствовать в момент старта, а пятиступенчатая коробка даст возможность повысить максимальную скорость. Да. Видим радиатор еще так латунный, такой ощущение. Это еще родной радиатор, который стоял, но на машину он уже устанавливаться не будет. И лежит новый радиатор 73-го года выпуска на складе, в котором будет укомплектована машина при сборке. Все только новое. Машина собирается исключительно из новых запасных деталей. Ничего бручного туда не устанавливается. Провалами. Да. Просто как вот. То, что надо. А просто огонь. Машина вкатывается на ключах фирмы Bosch. Но для нее приобретены оригинальные новые свечи фирмы PAL, Чехословакия. Вот так. Да, и под конец обкатки будут установлены вот эти вот новые свечи. Так. Класс. Даже свечи. Так, отсюда. Действительно будет новый автомобиль. Друзья, я впечатлен. Надеюсь, что и вы тоже. И в скором времени мы будем наблюдать автомобиль уже в сборе. Спасибо.